Решение заключить меморандум было принято после собрания экспертной комиссии по вопросам ипотечных займов при НДП «Нур-Отан». Объединившись, члены общественных организаций, партийцы и депутаты пришли к выводу, что любую проблему можно решить мирным путем. Согласно меморандуму, банки обязуются временно не выставлять квартиры проблемных ипотечников на торги, не тревожить их судебными исками, а также свести до минимума ежемесячные выплаты до окончательного решения о списывании им долгов. Если меморандум подпишется, мы тогда вздохнем, будем стараться уже платить до копейки, пускай нам другой этот сделает, как его, график погашения, мы будем платить. Народ не отказывается платить. Ипотечники считают, что меморандум сможет намного упростить отношения заемщиков и кредиторов. К тому же все спорные вопросы люди смогут решать законным путем. Не соблюдая ни законы, ни какие-то сроки, люди все равно, то есть частные судебные исполнители все равно умудряются отбирать единственное жилье. Получается, где-то по закону, вот мы решили пойти в правовом поле, даже в правовом поле мы не можем защитить единственное жилье. Мы не защищены. Общественные организации подготовили меморандум и направили документ руководителям банков второго уровня. С документом согласились пока лишь 4 финансовых института, но разговор с остальными игроками ипотечного рынка будет продолжен. Тахмина Молдыбекова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.